один из крупнейших банков Южной Кореи, создал среду для хранения биткоин-кошельков. Шинхан Банк объявил о запуске блокчейн-платформы с возможностью безопасного размещения цифровых кошельков и управления ими. Для клиентов использование платформы станет бесплатным. Оплачиваться будет лишь комиссия за снятие средств. Как отмечают в банке, новый сервис призван сделать более защищенным хранение денег ввиду участившихся атак на криптобиржи Южной Кореи.